Подарочные пакеты с автокосметикой, солнечный день и хорошее настроение. С таким праздничным набором наша съемочная группа совместно с представительницами прекрасного пола в погонах выехала в город, чтобы поздравить водителей мужчин с Днем защитника Отечества. Кроме подарков и приятных пожеланий, сотрудницы ГАИ просили автолюбителей не забывать о правилах дорожного движения. В этот солнечный праздничный день мы останавливаем водителей транспортных средств и мужчин, поздравляем с этим замечательным праздником и, конечно же, призываем их соблюдать правила дорожного движения, акцентируя свое внимание на определенные нормы и правила дорожного движения. Конечно же, самый главный акцент делаем это на неиспользование мобильной связи во время движения, пристегивание ремнями безопасности, соблюдение скоростных режимов и неупотребление спиртных напитков и потом не садиться за руль. Большинство брестских водителей, увидев девушку в форме инспектора ДПС, с некоторым волнением останавливались и отдавали документы на проверку. Однако недоумение рассеивалось в тот момент, когда мужчины понимали, стандартная проверка – это лишь повод их поздравить. В ходе акции наша съемочная группа решила поинтересоваться, насколько неожиданно для водителей оказалась поздравительная акция ГАИ. Ответ был один у всех опрошенных автолюбителей. Очень неожиданно. Мы уже увидели, что вы идете. Инспектор уже нас хочет остановить, мы уже. Приятно было? Да, очень приятно, спасибо вам большое. Очень приятно и такой вот шок, скажем так, очень приятно, честное слово. Нет слов, даже слов нет. Мы не ждали. А ваши впечатления? Очень отлично. Приятно нам. Удивление, радость, признательность. Такой была реакция участников поздравительно-профилактической акции «Знак внимания» от ГАИ. Ведь 23 февраля – это не только праздник профессиональных военных. Это праздник всех мужчин, которые как один готовы стать на защиту своих родных и своей родины, даже будучи за рулем автомобиля.